Борич сделал очень многое для детско-юнского футбола. У него много воспитанников, которые играют во многих командах России и даже за рубежом. Вот. Но это человек, который в любой момент мог помочь в любую трудную минуту. И мы очень рады, что вот это первый турнир, я думаю, что он будет традиционный, что он проводится. И именно вот среди ребят 2002 года рождения участвует 8 команд. Но я думаю, на следующий год будет больше команд. Желающих было больше. Конечно, мы в том году перенесли такую тяжелую утрату, когда он скончался. Ну а для детей этот турнир, как любой турнир, это для нашего кубанского футбола очень, очень полезен. Команды собрались очень сильные из Новороссийска, вот Черноморец, вот, Дюшор, Краснодар, Надежды, ну, со всего Краснодарского края.